Привет, дорогие зрители, сегодня у нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Да, их сейчас мало бывает у меня. Вот такая вот посылочка. Здесь должен быть такой вот кошелек мужской, большой. Пришла довольно-таки быстро, брал ее на распродажах. Там буквально, не помню, 5-6 долларов стоило. Снапшот будет внизу, ссылки. Вот, дошла, говорю, быстро, довольно-таки. Вот, открываем коричневого цвета. Оп, чтобы я... Вот все запаковано, все, вот такой вот коричневого цвета. Обдержать видно, да. Открываем отделение. Вот тут одно отделение. Как его подвизитные карточки видно все, да. Тут второе отделение, такое довольно уже большое. Все есть части открывающиеся. Все закрыто. Ну что для меня главное? Для меня главное, чтобы телефон поместился. Сейчас. Вот. О, телефон вообще идеально подходит сюда. Закрыли, деньги положили, там какой-то ключ положили, взяли и пошли. Вот такой вот классный кошелечек. Качество довольно-таки хорошее, все везде сделано. Все, змеечки такие золотые. Вот, закрыли что-то еще. Вот. Ну, сделано. Думал, будет темнее, честно говоря, но хотя внутри он светлее, чем снаружи. Ну, ничего. Довольно-таки красивый, классно сделанный, качественно все. Так что, ребят, снапшот будет внизу, такая какая-то еще надпись. Подписывайтесь на мои видео, ставьте лайки. С вами был Вадим, спасибо за внимание, до свидания.